потихоньку разбираем трактор избу Руслана. Все, движок скинули. Осталось кабину скинуть, коробку. Потихоньку разбирать. Снег пока не тает. Как думаете, все? Зима наступила? Я думаю, уже, наверное, да. Трактора у нас, которые на продажу, это вот у нас первый, второй, третий трактор. Пока ставим резину времянку, бэушную. Вот, все, резину закатили. Та резина, это уже от магнитогорского трактора. Вот он сам, сборка уже трактора будет. Друзья, всем привет! С вами Ильдар Мухаметов. Загнали в цех трактор из Ульяновской области на установку кондера. Кондер устанавливаем Терри Фриго. Кстати, я говорил, трактор у нас был с кондиционером, только у него кондиционер был уже, радиатор именно с передней части. Мы так не умеем. Мы ставим привод от коробки. Вот так вот это все дело коммутируется. И сам радиатор уже наверху. Так, видно, не видно отсюда. Ну, кто смотрит меня постоянно, уж знает этот кондиционер. Сейчас давайте в салон залезу, покажу. Вот у него пульт управления. Вот все регулируется. Тут, считай, включается. И тот вот для регулировки температуры, как термостат. То есть уже для себя подстроить можно определенную температуру. И вот паспорт на него. Гарантия на кондиционер предоставляется. И вот он, сам радиатор. Отсюда не видно. Вот он, сам радиатор. Трактора, которые собираем на продажу, вернее, рамы, все покрасили. Сейчас установили мы резину. Резина пока БУ. В общем, на всех трех тракторах резина БУ. Кому нужна будет на новой резине, новую резину установим, не вопрос. Уже на первый трактор установили коробку. Коробка — полный капитальный ремонт. Коробка нового образца, корпус, фильтр снаружи. Готовим трубки РВДшки. Подушки на двигатель подготовили. Вот они, РВДшки все новые. Дальше на второй трактор пока только резину установили, подушки установили, и тоже потихоньку тянем РВДшки и трубки. Следующий у нас третий трактор. Сейчас с обеда мы на резину его поставим, на колеса, вернее. Тоже подушки установили. Тянем потихоньку РВДшки. И уже начали устанавливать навеску. Навеска — полный капремонт здесь. И также трактора у нас будут модернизированные.
энергачами от КамАЗа. Энергоаккумуляторы 24 типа, новые. А уже спереди ставим ротные. Карданы, полный капремонт. И у нас трактор из Магнитогорска. Сейчас мы ее на резину поставим на колеса. И пока выкатим, на место него уже загоним трактор из Балтасей. Продолжим сборку. На нее кабина уже будет готова. Будем собирать. Тут тоже установили энергоаккумуляторы. Тоже подготовили шланги, подушки под коробку, под двигатель. Вот такие вот дела. Ну и вот в малярке кабина. Все высохнет и начнем сборку. Как раз Магнитогорский к этому времени на резину поставим. Выкатим его и на место него Балтасинский трактор загоним. Вот такая вот красотень, друзья. Видите, у нас малярка маленькая. Рама сюда пока не влезает. Когда уже будет большая малярка, тогда уже будем раму в малярке красить. Ну, на этом, друзья, все. Вот он. Трактор скоро сюда поставим. Будем ждать на приемку ребят. Напоминаю, в продаже два кировца К-701. Кому нужно, звоните, бронируйте.